Испанская лесная тропинка. А у нас в лесу, в России, тропинки немножко другие. И антураж вокруг немножко другой. Да, да. Обычно вот тут бывает под березовки, под осиновики, где-нибудь под лугой в России, да. А тут нет. Тут колючки, камушки, но все равно интересно. Что-то типа лиан растет. Да. Травка такая вот не свежая, не зеленая, как вот у нас в России, такая пахучая, прямо такая вообще свежая, свежая такая вообще. А тут как-то так зелень такой вот бурный такой вот нет. Тропическое все как-то так. Ладно.